Привет, Дэйв! Сегодня мне понадобится очень много плутония, так что я у тебя его закажу. Знаешь, у меня будут новые напитки в моем магазине, так что ты заглядывай, будет очень вкусно. Так, ну а теперь я отправлюсь на поиск зомби. Где же они могли быть? Зомби обнаружены. Побежали искать зомбачков! Всем привет, ребята, меня зовут Споди Дедиду, и мы с красным шариком сейчас будем охотиться на зомбачков, чтобы сделать вкуснятельки, всякие пироженки, мороженки и вкусные коктейльчики. Так, давайте поставим сюда ловушку. Стоять, зомбятенькая. Так, вот эти друзья, которые мне летают и мешают постоянно. Как же они, ребят, мне уже надоели. Я куда собрался? Мы тебя попадем, гарпун у меня длинный. Так, а эту монетку? Эту монетку кто будет брать-то? Так. О, если они уйдут. Чего? Это что такое? Это что за граната? Это динамит! Ах ты, зомбачок! Что хотел сделать? А, динамитом раскидать? Ах ты ж негодяй! Так, зомби пойманы. Продолжаем охоту. Потому что зомбачков нам понадобится много. Так, погнали их искать. Где же вы тут бродите, зомбачки? Так, что-то с ней... Нет, ну нет. Почему она сюда? Так. Все, далеко ты не убежала. Так, туда перенаправляемся. И тут мы, наверное, вот так вот сделаем. Чего? Фух, самый последний момент, ребята, их поймали. Вот это да, вот это да. Это было, конечно, тяжеловато. Так, ну что, давайте отправимся в кафе, посмотрим, что у нас происходит в кафе. Что же происходит у нас в кафе? А в кафе мне нужно еще... Ой, куча всего. Так. Завершаем, но тут как бы мало. Мало. И нам еще нужно собирать таких зомбачков. Фух, ребят, как же это все не просто-то оказывается. Ну сейчас мы собираемся, сейчас-то наловим их побольше. Так, меняем оружие. Хотя тут можно как бы вот первый зомбачок, чтобы уже не сильно тратить. Тихо. Все получилось. Так, а вот тут поставим уже сетку, а то... Тихо. Да ну. Ой, ребят, нам надо оружие менять. Нам нужно менять оружие срочно. Так. А ну-ка, что делать будем? Еще нужно уничтожить мозги. Мы их вот так вот сюда положим. Ой, это, а как мне его достать-то? А как его там оттуда достану, смотрите-ка. Из каких-то кустов прямо выловили. Прикольно. Так, продолжаем охоту, так как нам этих зомбачков вообще понадобится куча. Так, я хочу взять транквилизатор. Эта штука будет покруче. Все, погнали ловить зомбачка. Так, где мой транквилизатор? Так, дружище, ну-ка, уйди отсюда. Так, вон они. Ах ты! Негодяй, ну стой! Попали.
Попали ему по заднице, этому зомбачку. Все. Так визитор, кстати, легко их ловить. Стрельнул по-быстренькому себе. И собрал все, что нужно. О! Попали по ней, отлично. Так, у нас как-то мало ананасика было. Значит, надо еще ловить. Надо, ребят, ловить еще. Продолжаем охоту. Используем наш плутоний, который мы накопили. Так. И теперь будем здесь еще ловить. Куда бы нам поставить ловушки? Давайте. Так, вот этого уберем. Крабика. Тут ловушка будет стоять. Тут ловушка будет стоять. И тут одну, да, поставим. Так, почему я не могу их ставить? Окей. Хорошо. Нет, так нет. Чё? Это что такое? Так, сколько мы там успели споймать? Всех? Так, вроде бы всех. Чё, возьмем транквилизатор тогда? Тогда возьмем транквилизатор. И отсюда так пам-пам-пам-пам-пам. Ой, круто, круто. Он стреляет, как пулемет какой-то. Просто за секунду скоманили и все. Так, пойдемте в кафе. Пойдемте в кафе и получим уровень. Сейчас продадим ананасовый сок. Что это такое, я не знаю. Так. Все. Да, ребят, все, это последняя партия. И как раз получается, нам сейчас подымят уровень. Отлично. Так, давайте покупайте, покупайте посетителей. Оно очень вкусное и свежее. Так, давай, давай, кушай, кушай. Что еще тут надо? Все, доели? Нет? Повышаем уровень. Так, улучшение какое-то. Что еще нам нужно? Мороженка, улучшить зомбовыжималку. Сейчас сделаем. Так. Всего. Все. Один же раз улучшить. Продать надо кучу товара. Мороженое нужно. Охота на босса. Окей. Охота на босса, так охота на босса. Что ж поделать? Так, вот эта бабуля. А ну иди сюда. Так. Тихо. Почему мне не двигается прицел? Два раза. Почти. Да что ж ты будешь делать, а? Да что ты будешь ты делать? Нет, ну ты глянь. Оп. Что, да как я не поймал-то? Ах ты бабуля, на один выстрел. Так, никуда он не сбежит. Мы его все равно споймаем. Босса нашего. Я, конечно, быстро от тебя остался. Так. Хоп. Все, готово. Немножко, конечно, позже, но да ладно. Ну да ладно. Так, в кафе переходим. Что у нас в кафе? В кафе. Нам нужно мороженку сделать. Вот так вот. Так, сколько мороженок выпадет? 180 надо. Ух-ух-ух-ух. Где мне взять столько мороженок? Так, вот это продадим. Что бы еще такого? Вот это продадим. Вот, но их всегда много. Так что их тоже. Так, у нас товара как бы не хватает. Все равно, ребята, товара не хватает. Целых 700, ого! Ну что, серьезно? Так. Тут не могу, тут охота на босса нужна. Так. Так, чтобы нам на мороженку собрать, это что надо? Опять искать. Хорошо, давайте.
Или нет, нет, ребята, нет, я понял. Нам нужно... Так, тихо, куда ты выходишь? Нам надо будет что-то новое придумать, чтобы мы смогли выиграть, ребята. Так что на этом мы остановимся. В следующей серии, ребят, все сделаем, все найдем. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. С вами был господин Виду, и всем пока. Всем привет, ребята, меня зовут Споди Дудиду, и мы проходим зомби кэчес с нашим красным шариком. Так, теперь он тут будет ловить всех. Да. Всего первый есть у нас готов. Так, а куда мне тут надо двигаться? Мне надо скинуть сюда мозг. Всего и двоих зубочков мы с легкостью поймали. Сетка крутая штука. Так, теперь здесь. Капитанирочка, это мы ничего не сделали. А он еще успел меня ударить. Вот же негодяй. Хорошо, продолжаем охоту. Нам нужно будет... Подождите, нам нужен босс. Да? Нам нужен босс, ребята. Так, а ну-ка, давай-ка, бабулька. Сейчас мы тебя словим. Так, не попали. Опять не попали. Да чё ты так бегаешь-то, а? Не, ну да глянь. Да как я мог попасть в свинью-то? Что? Два попадания. Это как понимать, почему я попал в два попадания из всего этого времени? Так, а ну стоять, босс. Никуда ты меня не денешься, все равно тебя споймаю. Так. Тихо. Па-бам. И второй раз. Ай, хочется быстрее как-то... Закончить, оно не выходит быстро. Быстро, ребята. Наконец-таки, наконец-таки. А это всего лишь первый, да, по-моему? Так, какое кафе? Какое кафе? Подожди. Если мы... А, тут все сразу? Вот так вот оно просто закончилось? Хорошо. Что будем делать? Ладно, давайте отправимся в кафе, посмотрим, что мы можем предоставить. Так, товаров у нас, конечно, немного. Поехали. И все, да? Так, а ну-ка, арбузиков. Вот этих тоже произведем. Что-нибудь еще надо, да? Какую-то одну штуку. Ну, давайте всех вот этих зубочков. Все, теперь партии полностью хватает. Осталось собирать мороженка. В общем, пока тут делают, мы с вами пойдем и поохотимся на толстячков. Они, по-моему, должны быть тут. Да? Так, будем толстячков искать. Ого, и смотрите, сколько тут сейчас их будет. Эй, толстячка не было, к сожалению, но ну ладно. Чё? Это чё было вообще? Так. Почему? Ну почему нету зубочков? Что мы зря что ли сыграли тут или что? Эх, ну да ладно. Так, продолжаем охоту, и тогда будем охотиться на босса опять. И опять основа. Так, ух ты, теперь пошустрее даже. Так. Сейчас мы прицелимся. Ну, может быть, не сильно. Что ж такое? Давай посмотрите на эту бабулю сумасшедшую. Ну как мне тебя словить? Вечно, вот так что ли? Вот так что ли? Да как я... Как я могу не попасть? Да что ты будешь делать? А, попали, попали, кстати говоря. Один раз осталось в нее попасть. Сейчас по второму кругу побежим.
Яка, ну стой. Бабка за бочок. Все. Поймана. Готово. Так, отправимся в кафе. Но у нас, по-моему, опять не хватит. Так, а нужно использовать. Сейчас используем. Где мне нужно использовать? Мне нужно мороженку. Так, а что с мороженкой? Все хватает. Так, плутония не хватает. Сейчас исправим. Так, плутония теперь у нас хватает, и мы можем отправить и закончить задание, ребята. Отлично. Так, а сейчас у нас уровень будет, да, новый? Давайте быстрее. Чего вы так медленно покупаете? Так, пускай покупает, а мы пока что за бочков поищем. Что у нас тут? 32 уровень. Да, многовато. Так, побежали сюда, да? Что-нибудь сейчас тут будем искать. Возьмем сетку. Так, все, зомби пойманы. Недолго они, ребята, мучились. Ух ты, а вот этих нужно ловить. Вау, вот это мы, конечно, успели. Просто чудесно. Пам! Не успел ты ничего кинуть, да? Так, ловушка. Эй, я ловушку, чувак, как я заберу ловушку? Нет! Ловушку что-то себе оставят. Так, кафе. Давайте в кафе отправимся, повысим наш уровень, так как мы что-то справились. 24-й, ух ты, новый продукт. Это что за продукт такой? Интересно. Эй, бат, как думаешь, этот бизнес делает нас миллионерами? Не знаю, но похоже, ты наконец-то сможешь купить себе пони, которым ты так мечтал. Да, действительно. Так, партия поехала. О, еще здесь надо, носок у нас не хватит. Так, и тут не хватает. Но на босса мы охотиться не будем, мы вот этих розовеньких сейчас поймаем, да? Так, там продается? Тут продается, нам надо споймать розовых зомби, поэтому возвращаемся на вот эти вот локации, и сейчас их все будем ловить. Так, больше снарядов. Ну что, вы где там? Где вы тут делись, зомбачки? Хоп, всего двоих поймали. Летим повыше. Этих тоже. И остался один зомбачок у нас. Ах ты ж. Тихо. Все, ребят, ну это не те. К сожалению, это не те зомби. Ну окей, что-то сейчас придумаем. Давайте сходим и словим нашего босса, да? Так, давайте. Давайте выманим его. Ну иди сюда, бабулька ты болотная. Поехали. Оп. Чё, как это не попал? Да что? А тут как я не попал. Вот это она прыгает, да. Еще та бабка. Так, почему я в свинью-то попадаю? Я там уже должен проколоть ей все, что мог. Представляете, не догнал. Один раз всего лишь стукнул. Что? Такое вообще бывает? Сюда иди. Так, сейчас наводочка. Так, ну с трех раз, по-моему, или было такое. Так, два раза поп.
попали. Что, как она... Как она могла прыгнуть так вовремя? Вот сейчас же... Вот... Что? Да какая свинья! Ой, как вы её круто достали почти возле самого конца. Так, ребята, ну что же, отправимся в кафе и сейчас сделаем то, что нас просят, да? Что нам надо? Давайте произведем это. Так, и теперь апельсинок 40 штук. И, конечно же, мы не собирали тех же зомби, ребят. Ну ничего, в следующей серии соберем, выполним это задание. А пока что, ребят, я с вами обращаюсь, с вами был Скуби-Ду. И всем пока. Пишите добрые комментарии, ставьте лайки.